Всем привет, дорогие друзья, на канале Котик в Кубе, и сегодня мы с вами опять будем играть в Roblox. Кстати, я поменял скин, там кто-то машет каким-то мечом. Я поменял свой скин, вот, как вам? Вот такой вот скин. И, кстати, сегодня мы будем играть в такой тайкун супергероя. Сейчас вам покажу, какого я супергероя выбрал. Так, давайте вы посмотрите. Так, что-то меня пошло подлагивает. Вот, я человек-муравей, здесь можно тем более увидеть. В чем суть тайкунов? Здесь нужно прокачиваться, вот, например, видите, как у самого прокачанного, вот, Человек-паук. Или кто там, вон, Халк. У него очень сильно прокачанный дом. Мне нужно здесь то же самое делать. Вот, смотрите, у меня под учебник. Покупайте капельницы, чтобы заработать деньги. Смотрите, вот, видите, начать работу бесплатно. Я сюда встаю. Меня подлагивает очень сильно. И видите, отсюда капают такие вот штучки. Короче, это деньги. Так, какой-то человек. И все эти деньги скапливаются вот сюда. И мне нужно отсюда брать и чего-нибудь покупать. Например, за $100. За $100 я могу купить стену. А доллары отображаются где-нибудь на экране. У меня сейчас вот здесь вот они отображаются. Вот видите, я взял и еще поднакопилось. Вот, например, давайте. Стоит $100, а у меня 130. Я покупаю эту стену. Дальше нужно $750. Так, ну, ребята, у меня такая тактика. Я сначала покупаю все капельницы, чтобы у меня было максимум денег, а потом я уже прокачиваю сам дом. Вот такая у меня тактика интересная. Так, давайте купим вот это вот. Вторую капельницу. Кстати, ребята, помните прошлое видео, когда я снимал видео про Роблокс со своим другом Женей? Так, пишите же в комментариях. И хочу ролик с друзьями. Ну, не обязательно с Женей, обязательно, может быть, с другими друзьями. И я буду снимать видеоролики с друзьями. Не обязательно, что с Женей. Можно там с другими. Ну, в общем, мы решим. А тем временем у меня уже вот столько-то денег. 530. Так, давайте купим еще одну капельницу. Вот. Следующая капельница стоит 900. Не, мне сейчас дешевле купить вторую стену. С каждой капельницей доход становится более лучшим. Ко мне кто-то пришел. Ты с ума сошел? Только мне какой-то неадекватный человек пришел. Ладно, не обращаем на него внимания, продолжаем прокачиваться. Человек, уйди, пожалуйста. Человек, ты кто у нас? Супермен? Супермен, я вообще-то видео снимаю, что не видно, что ли? Кстати, ребята, у меня совсем скоро день рождения. И знаете когда? 1 апреля. Это вообще-то не значит, что я дурак. Потому что некоторые говорят, раз у тебя 1 апреля день рождения, значит ты дурак. А мне многие так говорят, но я на них не обижаюсь, потому что, ну, я же знаю, что они прикалываются. Ну, поэтому, ближе к сути. У меня скоро день рождения, ровно через 2 недели, ну почти ровно. И, пожалуйста, сделайте мне подарок. Для меня огромным подарком будет, если вы спуститесь вниз, нажмете на лайк, напишите комментарий и, самое главное, нажмете на кнопочку подписаться. Давайте же добьем 30 подписчиков, и мой канал будет более прокачанным. Пожалуйста, я вас очень сильно прошу, сделайте мне подарок на мой день рождения. Пожалуйста. Умоляю. Так. Ладно, надеюсь, вы меня услышали. А мы продолжаем дальше прокачиваться. Так, берем деньги. Купи 2 безопасности. Я не знаю, что это значит, но я ее покупаю. А, это типа лазер, да? То есть чужие не смогут пройти. Классно, прикольно, мне нравится. Так. У нас тут сколько уже копилось? 677. Так. Ой, я зачем-то выпрыгнул. Так. Давайте накупим $900 и купим еще одну капельницу. Так. О, у меня как раз хватает. Вот, $1000. Покупаем еще одну капельницу.
Наверное, уже 2250 долларов, 2250 долларов, чтобы купить еще одну капельницу. Купить загрузочную площадку. Давайте ее купим. Мне пока не хватает, но я сейчас возьму деньги, и мне хватает. Беру. Так. Здесь buy Martial Arts. Ну, то есть, что-то можно купить. Мне почему-то кажется, что это что-то из способностей моего человека-муравья. Давайте накопим еще денег. Давайте же накопим денег. И купим это. Так. Я просто буду вот здесь рядом шагать и ждать, пока мне наберутся деньги. Вот так вот. Вот, все, мне набралось деньги. Покупаем это. Это что? Так, я что-то взял. Ну-ка, что это? А, это супер удар, да, это суперспособность, я был прав. Ну-ка, давайте на ком-то испытаем. Кто-то вышел. Вот, например, к тебе сейчас пойдем и испытаем. Если, конечно, залезу. Так, давайте попробуем. Нет, я не залезу. О, вон, к тому залезу, к черной пантере. Давайте попробуем мой супер удар отточить. Так, человек-муравей идет к черной пантере. Запрыгивает. Опа, запрыгнул, есть. И... Вот, например, можно? А он тоже какую-то суперспособность взял. Короче, у меня суперспособность работает, даже сейчас закончу. Так. Он какие-то когти взял. Ну да, у черной пантеры же есть когти. О, еще кто-то подсоединился. Мама. Я, пожалуй, пойду. Ребята, я сюда по ошибке зашел. Пока. Видимо, он меня решил преследовать теперь. Ладно, давайте вернемся в свой тайкон. У меня, наверное... Кстати, ребята, как вы думаете, как правильно? Тайкон или тайкун? Пишите в комментариях. В общем, поехали. Кстати, ребята, еще, опять же, напишите в комментариях, выкладывать ли мне в свой день рождения ролик или нет. Или мне лучше просто отдохнуть, там, съездить куда-нибудь, попраздновать. Или же ролик отснять. Напишите в комментариях. Так, а у меня тем временем уже почти 4 тысячи, короче, долларов. Покупаем третью стену. Вот так, вот так. Теперь на нее так просто не залезешь. Только если вот сюда устать. Можно вот так вот залезть. Так. Забираем деньги. О, смотрите, как деньги капают. Я только сейчас просто заметил. Вот. Плюс 45 долларов, плюс 55 долларов. Так. Что дальше? Давайте теперь купим еще одну капельницу. Нам хватает. А, да, она хватает. Вот. Так, следующая капельница стоит 3400. Угу. Так. Берем. Зарабатываем денежки. Так. Так, так, так. Берем, берем. Деньги, деньги. Деньги решают все. Конечно же, нет. Деньги ничего не решают. Ну, если финансовых этих. Финансовых проблемах. То, конечно. Так, давайте. У меня до сих пор не хватает, что ли? Да ну, что за ерунда? Давайте сейчас все капельницы купим. 3400, а еще раз. Так. 3400, 3400, 3400. Ребята, короче, это сейчас вам будет просто указание. Ты должен поставить лайк под этим видео. Понял меня? То человек-муравей тебе ночью приползет и тебя укусит. Понятно? Так. Ой, зачем я сюда наступил? Ребята, и опять же напишите в комментариях, да, я у вас много прошу писать в комментариях, ну потому что мне очень интересно, что вы думаете вообще об моих видео. Может мне вообще прям, не знаю, про космос снимать. Пишите в комментариях, опять же. Кто из вас донатеры? Если вы играете в Roblox, то из вас, может быть, кто-то донатит. Вдруг у нас такие есть. Пишите в комментариях, а тем временем я покупаю какой-то улучшитель, что ли. Ну, видимо, вот сюда вот, ой, бегут этим.
бегут кубики с деньгами, а здесь они улучшаются, и здесь больше денег. Давайте пока этот утренняя пробежечка на беговой дорожке, пока дорожка меня обгоняет. Ай, ладно. Так, следующий апгрейдер, это оказывается, стоит 8500. Нам не трудно. Хотя мне лучше сейчас уменьшитель купить. Или стену. Давайте я уменьшитель куплю сейчас. Так, вот, мне хватает уже. Покупаем уменьшитель. Так, давайте его испытаем. О, ребят, смотрите, какой я маленький стал. Хи-хи. Ну, собственно, черная пантера тоже так умеет. Я такой маленький. Блин, как это забавно. Смотрите, опа. О, все, я уже большой. Жалко. Так, берем денежки. Так, у меня пока нет возможности второй этаж. Конечно же, нет. Я еще стены не достроил, конечно. Так. Ребята. 5500 мне надо заработать. 5500. Так. Зарабатываем, зарабатываем, зарабатываем денежки. Martial Arts, ну да. И уменьшить. Уменьшить, да. Так. Кстати, ребята, опять же, пишите в комментариях, про что мне лучше снимать. Про кубики-рубики и разные головоломки или про игры. Просто я так резко начал снимать про игры, и я не знаю. Вроде бы видео про игры набирают больше статистики. Но вдруг вам это не нравится, вдруг вы хотите назад старую тему про кубики-рубики, ну и всякие там головоломки. Пишите в комментариях. Или вы хотите, чтобы время от времени я про это снимал, потом еще что-нибудь. В общем, пишите в комментариях, хотя времени у меня уже второй уровень. О, блин, я не заметил, как у меня почти 10 тысяч накопилось, я покупаю стену еще одну. О, купить второй этаж, это стоит 10 тысяч. Уменьшитель. Так, я лучше апгрейдер пока куплю. Так. Ко мне Человек-паук пришел. А нет, это черная пантера. Что тебе надо? Я сейчас как уменьшусь. Держи. Просто моментально. Так, берем деньги. Посмотрите, сколько у меня он хп снес. Вон. Здесь показано. Так. Так. О, скоро я опять не заметил, я скоро смогу купить апгрейдер. Так. Угу. О, все, я уже могу купить апгрейдер. Так, покупаем. Ну вот и все. Можно покупать второй этаж. Ну, если будет такая возможность, конечно-то. Ну, а вы пока купите. Так. Ладно, пойдем еще кого-нибудь подубасим. Какие здесь вообще герои есть? Давайте посмотрим. У меня здесь есть Бэтмен, Человек-муравей, Супермен, Человек-паук, Зеленый фонарь, Флэш, Тор, Халк. И черная пантера. Или я ей уже говорю. Ну, неважно. О, опять черная пантера. Привет. Опа. Иди сюда, иди сюда. Иди сюда. Вот так тебе. Вот так тебе. Вот так тебе. Бедная черная пантера бьет ни за что. Так, ладно, побежали ко мне. О, а ты кто? Я хочу свои навыки отточить. Бэтмен ты, понятно. Привет, ребята. Он будто специально для меня этот открыл. Так, уменьшаемся. Держи. О, возьму это. Чё мне мешает? Давайте-ка. Опа. Так. Идите-ка сюда. Держи. Да, с одной стороны, я очень плохо поступаю, потому что я вырываю чужой дом без стука, без ничего, и начинаю просто все крушить. О, тут еще что-то есть.
Давайте. Возьмем, мы сегодня с вами хулиганим, да? В Роблоксе. Давайте сегодня похулиганим. Так. Лови! Ловите все. Ой, осторожно. У меня, смотрите, что есть. Опа, ля-ля-ля. Это защитное поле такое. Так, опа, уменьшаемся. Все, всем пока. Держи. Так. Все, одного кого-нибудь загашу и сваливаю. Хотя, что мне сейчас мешает свалить? Я улетел, полетел отсюда. Все, всем пока, ребята. Я к себе. У меня, наверное, там уже все накопилось. Вот я здесь. Опа. Конечно, накопилось. Вон, видите, сколько у меня уже 22 тысячи. Так, почему же выпустить? Покупаем второй этаж. Что звук у меня остался? Ребята, вы меня слышите, надеюсь? Купить светильники. Купил светильники. Так. Как-то это все очень странно. Купил лестницу. Так. Ребята, я сейчас перезайду в Роблокс, потому что у меня тут что-то осталось странное. Давайте. Свяжемся через 0,01 секунду. Ребята, я не стал перезаходить в тот тайкун, потому что там прогресс не сохраняется. Обычно в тайкунах сохраняется, а в этом нет. И я зашел вот в такую вот игру, где, в общем, у тебя суперскорость. И нужно бегать. Ой-ой-ой, как у меня все свернуло странно, и я упал. Жалко. Вон кто-то там дизлайки нарисовал. Согласен. Так. В общем, тут нужно бегать по этим паркурам. И, в общем, выживать. На эту красную штуку наступать нельзя. Так, у меня что-то мышка застряла. Ну и ничего, мы и так можем без нее. Так. Опа. 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 Так. Поехали. Поехали дальше. Так, кстати, я теперь на зеленом. Так. Так, теперь на розовом. Так. Так. На розовом. Отбегаем, отбегаем, отбегаем. Так. Ой, блин, я упал, ребята. Я упал. Жалко. Что ж, ребята, видимо, эта смерть была моей окончательной, потому что мы сейчас с вами заканчиваем ролик. Да. Ребята, вы были на канале Костя в Кубе. Ставьте лайки, пишите комментарии.